Ну сказал в этот вечер вот такие вот слова. Как ты не крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Давай еще раз, значит. Как ты не крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Я забрал нормально денег, собрал свои понты. Я хотел, чтобы свободно перешли с тобой на ты. Только денег не хватило. Ты пойти не заценила. Даже если это все сказали, мы спали. Красавица, почему же говорила ты мне на нашем языке? Как ты не крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас с тобой запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Давай еще раз. Как ты не крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Ребят, у нас сегодня бэт-трип. Нет, не дай бог. Вам бэт-трип. Я поднялся выше крыши. Ты богатенький уже. И мой офис казино. На 25-м этаже. Я солидная персона, я тебе не по зубам. Круче, чем Чак Норрис. Даже круче, чем Бандам. Когда вижу я тебя, то мне грустно и смешно. Тебя бросили друзья. Жан-Клод. Жан-Клод Ван. А у меня знакомый, Жан-Клод когда еще в России, Ван, да. Это не было... До того, когда в России ставил Боба Лянина, у меня знакомый в Сапленде приехал вот с этим траком. Это делать очень просто, когда делает Потап. Я натяну пальчиками нежно руки свои чулки. Ой, точно, точно. Это та же самая песня. Какая-то какой-то...